Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Мигель Гомеш опубликовал следующие новости по компании Identification. Приветствую! Хотел бы рассказать вам о том, что происходит в компании. Первое. За последние недели в мире происходят глобальные изменения. Идет мировая рецессия. Большинство стран ввели карантин и закрыли границы. Страны ЕС, США, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые латиноамериканские страны, например, Бразилия. Нам нужно хорошо подготовиться к следующим трем месяцам и действовать с решительностью и мудростью, чтобы когда сложный период закончится, стать еще сильнее, чем раньше. Второе. Наша компания запускает бизнесы, строит заводы, заключает контракты на выпуск физических продуктов, потому что с их помощью мы сможем зарабатывать реальные деньги для наших партнеров. Мы видели, как сильно упал курс биткоина, и это как раз показывает, почему мы не развиваем криптовалюты, не подкрепленные реальными активами. Падение курса, по мнению аналитиков, связано с тем, что затраты на майнинг сейчас неприемлемо высоки и майнинг становится невыгодным. Некоторые биржи уже закрылись, а некоторые выставлены на продажу. Мы делаем крупные инвестиции в производство продуктов, интернет-магазин, а также заводы и компании, поддерживающие текущую деятельность. Все это работа на перспективу. Появление коронавируса многое изменило в нашей жизни и повлияло даже на сетевой маркетинг. Потому что этот бизнес основан на реальном физическом контакте между людьми, и сетевой маркетинг также будет меняться. Последние несколько недель мы завершаем банковское финансирование наших проектов. Мы верим, что в сложное время перед такими реальными компаниями, как наша, открываются новые возможности. Мы наладили хороший контакт с банками, и они обещали нам полную финансовую поддержку наших проектов. Это означает, что три анонсированные компании ID Energy, IDMDF и PSC Investment Brazil будут развиваться согласно нашим планам. Мы заключили соглашение с муниципалитетами для развития эко-направлений. Мы создаем будущее свободное от нестабильного курса биткоина и мошеннических компаний. Я уверен, что и далее на рынок будут выходить новые мошеннические компании. Поэтому наша обязанность информировать людей о реальных и качественных проектах и предостерегать от заблуждений и ошибок. ID Energy ⁇ это компания, в которой используется российская технология по преобразованию мусора в энергию. При этом решается проблема утилизации мусора. ID MDF ⁇ компания, которая производит строительные материалы из вторичного сырья. Пластиковые и бумажные панели акустические панели, изоляцию, твердые плиты и даже готовые конструкции мебель. Мы заключили соглашение о продвижении этой технологии через новую компанию, 75% которой принадлежит нам и 25% создателям этой технологии. Мы подготовили проекты по строительству нескольких объектов в Бразилии. Так что у нас есть не только сама технология, но и завершается финансирование. И скоро начнется строительство первого объекта в одном из 13 муниципалитетов. Однако нам не следует забывать о том, в какое время мы живем. Что произойдет в будущем. Сколько времени понадобится, чтобы ситуация в мире стабилизировалась. Сколько рабочих мест будет потеряно. Как это повлияет на наш бизнес. Мы все должны позаботиться о своей безопасности. Как в смысле здоровья, так и в смысле финансов. Поэтому мы решили, что вместе с лидерами будем делать обзор ситуации на рынке каждые 15 дней. А пока было принято решение выплачивать дивиденды в размере 2% для всех пакетов ниже 7000 и 3% для всех пакетов выше 7000. Мы постараемся выплатить дивиденды до воскресенья. В текущих условиях мы стараемся действовать очень осторожно, зная, что благоразумие – это ключ к успеху. Мы не теряем деньги, потому что инвестируем их в реальные компании и финансируем наши средние и долгосрочные проекты, которые в будущем будут обеспечивать нас стабильной прибылью. Я не сомневаюсь, что когда рынок восстановится, мы будем полностью готовы. Мы не можем останавливаться, мы можем только идти вперед. Мы строители, мы мечтатели, мы действуем как один. Мы продолжаем запускать новые продукты. Все увидели экзоскелет для поддержки позвоночника, новые продукты для дома и для здоровья. Мы планируем подключить оплату этих продуктов с помощью ID Social Gold Coin, биткоин или кредитной карты, чтобы те, у кого есть ID Social Gold Coin, могли их использовать. Также мы разрабатываем API-ID-University для подключения к нашей системе и надеемся запустить нашу биржу и интегрировать банковские платежи в апреле этого года. Теперь мы знаем, что прогресс зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Наша биржа Umbrella и ID-Bank будут играть решающую роль в этой подготовке. В перспективе мы хотим отойти от платежей в биткоинах и начать получать выплаты в фиатных валютах чтобы наши партнеры не зависели от колебаний курса биткоина. Мы хотим двигаться своим путем. Что касается партнеров, заключивших контракты по ID Social Gold Coin, мы планировали сделать выплаты в марте и приехали в Бразилию для решения этого вопроса. Переговоры по финансированию этого направления начаты еще в декабре прошлого года, завершены. Однако коронавирус сдвинул наши сроки. Мировая экономика сильно изменилась, и время реализации договоренностей тоже изменилось. Всего за несколько недель мы увидели, как закрываются банки, страны закрывают границы, переполненные больницы и врачей, которые не справляются с потоком больных, пустые полки супермаркетов и так далее. Загрязнение воздуха в Китае снизилось, и воздух очистился, а зоновый слой работает снова. Все из-за снижения производства и движения транспорта. Коронавирус сделал для улучшения экологии больше, чем экологи. Текущие сложности замедлили нас, но они не остановят нас. Мы победим, поскольку у нас есть необходимые соглашения. И мы надеемся, что до июня сможем решить вопрос с контрактами. Итог. Компания работает. И мы планируем ее работу как минимум на 100 лет вперед. Но это зависит только от нас. Некоторые наши руководители находятся далеко от дома. Они не видели своих детей более двух месяцев из-за карантина. Я передаю привет и благодарность тем, кто каждый день трудится на своей работе, справляясь с экономическим кризисом. Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые из наших партнеров работают врачами, медсестрами, уборщиками, банковскими и офисными служащими, почтальонами, курьерами, трудятся на производстве. Они не могут прекратить выполнять свою работу, так и мы не можем останавливаться. Я вижу, как некоторые наши лидеры каждую неделю проводят конференции в Африке, Пакистане, России и так далее. Я надеюсь, что все понимают, что нужно делать. Я ценю работу и терпение каждого. Ваша поддержка дает нам силы продолжать. И даже сейчас, когда я нахожусь вдали от семьи, я получаю от вас слова поддержки. Я могу сказать, что они в наших сердцах. Текущие трудности не смогут победить нас, если мы продолжим двигаться вперед. Помните о мерах безопасности. Наши проекты, наши заводы обязательно будут запущены и будут приносить пользу для многих. Двигаемся вперед, все будет отлично. Мигель Комиш. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничные.